В ближайшие месяцы в Черкесске заменят более 400 метров магистральных теплосетей, которые были уложены в городе в 80-х годах прошлого века. В настоящее время работы ведутся по улице Красноармейской. О реализации планов и ближайших перспективах ресурсоснабжающей компании в репортаже нашего корреспондента Артура Мхце. Осенне-зимний отопительный сезон пройден, а значит, самое время заняться обновлением ветхих коммуникаций. Комфорт населения в следующий период холодов как раз и зависит от того, насколько эффективно будет использовано теплое время года. Сейчас в Черкесске начались работы по замене тепловых сетей, общая протяженность которых составляет порядка 420 метров. Этот участок от улицы Комсомольская до Первомайская, 27, по улице Красноармейской. А также у нас планируется с 23 числа введение работ по улице Леонова и Грибоедова. Это от улицы Октябрьской до улицы Грибоедова по улице Леонова. Там теплотрасса диаметром 273 мм, общая протяженность 127 метров. А также по улице Грибоедова от улицы Леонова в сторону 25А многоквартирного жилого дома. Там уже 97 метров, теплотрасса 325 мм. Ремонтные работы по улицам Леонова и Грибоедова начнутся несколько позже. В настоящее время по Красноармейской строители удалили из-под земли около 200 погонных метров старых труб, которые укладывали здесь еще в 80-х годах прошлого века. Затем на их место были помещены новые из более прочного материала. Еще бы сами граждане понимали важность проводимых работ и не оставляли свой транспорт в непосредственной близости от вырытых участков и строительной техники. А так нередко коммунальным службам постоянно приходится быть в значительной степени аккуратными и в меньшей оперативными. На данном участке вообще введено полное ограничение движения транспортных средств. Но, учитывая сложившуюся ситуацию, нет возможности такое прямо ограничить полностью движение, потому что кто-то приезжает рано на работу, утром машины оставляют, остаются без присмотра. Ну, в такой обстановке как бы справляемся сейчас работать, но когда начнутся работы с применением грузоподъемных механизмов, конечно, нужно быть более аккуратным. Как говорят в ресурсоснабжающей организации, для замены трех участков теплотрассы понадобится более 800 метров трубы. Тепло само по себе не приходит в каждый дом. Для этого требуется немало времени и усилий. Специалисты просят горожан отнестись с пониманием к создаваемым неудобствам. Артур Мхце, Расул Бердиев, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.